Приветствую всех! С вами программа «Внимание! Конкурс!». Конкурс вежливости завершился. Мы познакомились с 11 участниками и их мастер-классами по этикету. Все ребята хорошо справились с заданиями и демонстрировали отличное знание этикета, что просто не может не радовать. Телекомпания ТВ «Рассказывай» выражает искреннюю благодарность всем юным конкурсантам за участие в программе. 27 июня наши телезрители выбрали лучший мастер-класс по этикету. Свой выбор можно было сделать в телефонном, СМС и интернет-голосовании. Пришло время озвучить результаты. Встречаем финальную пятерку. Пятое место и 5% голосов наших телезрителей получила Валерия Желтова. Четвертое место завоевала Марина Пашинина с 15% голосов. Третье место у Маргариты Садовниковой. Рита получила 18% ваших симпатий. На второе место вырывается Илья Пашинин с 19% голосов. И победителем нашего конкурса становится Анастасия Ростова. За Настю проголосовали 34% телезрителей. Настя, поздравляю тебя с победой в нашем конкурсе «Мастер-класс по этикету». Поздравляю и вручу тебе наши подарки. Спасибо. Это диск с записью программы с твоим участием. Денежный приз в размере 1000 рублей. И диплом. Диплом победителя конкурса «Мастер-класс по этикету» присуждается Анастасии Ростовой за превосходное знание правил вежливости. Поздравляю тебя, Настя. Спасибо. Желаю тебе успехов в твоих увлечениях и оставайся всегда такой вежливой девочкой. Хорошо. Я немного волновалась, было страшно, боялась проиграть. Я рада, что выиграла, хочу передать всем огромное спасибо, кто за меня голосовал. Я очень счастлива. Я не ожидала, конечно, что выиграю. Вот, и у меня такое ощущение, я такого никогда не испытывала. Я очень счастлива. Спасибо. У нас остались еще 10 вежливых участников конкурса. Телекомпания ТВ «Рассказывай» должна выбрать свой лучший мастер-класс по этикету. Мы решили отдать приз участнику, занявшему второе место в зрительском голосовании. Это юный джентльмен Илья Пашинин. К сожалению, Илья не смог прийти на награждение по уважительной причине, но мы обязательно передадим ему заслуженные награды. Но у нас есть еще одна участница, которая получит призы. Спонсор нашей программы выбрал своего победителя. Магазин «Дочки и сыночки» награждает Марину Пашинину за старание и культурное воспитание. Магазин «Дочки и сыночки» награждает Марину Пашинину и дарит ей подарок, который она выбрала сама. Держи, поздравляю. Спасибо. Спасибо спонсору, который мне подарил подарок, и спасибо тем, кто за меня голосовал. Я не волновалась и была уверена в себе. Вот и закончился наш конкурс вежливости. Я хочу еще раз поблагодарить всех его участников за старание и активное участие. Мне было приятно познакомиться с вежливыми мальчиками и девочками. Думаю, конкурс помог нам вспомнить такие нужные правила этикета. Давайте пользоваться ими всегда. На этом у меня все. До встречи. Красивую одежду для маленьких воспитанных леди, а также юных джентльменов предлагает спонсор нашей программы «Магазин «Дочки и сыночки». Одежда – это отражение тебя настоящего. Магазин «Дочки и сыночки» поможет создать уникальный образ, который точно заметят. Модный гардероб – теперь это просто. Одежда от магазина «Дочки и сыночки» станет любимой в детском гардеробе, а благодаря отличному качеству долгое время будет радовать вас. Магазин «Дочки и сыночки» находится недалеко от автовокзала, улица 8 марта, 2, павильон номер 1. «Дочки и сыночки» – настоящий уголок детства.